Елену Сафронову знают как одну из ведущих актрис Мирнинского театра. Но на 19-м фестивале «Мирный поет о мире» она выступает в другой роли. Мы рядом, руки протянуть, дыхание ваше ощутить. Все остальное как-нибудь. Мы рядом, этим стоит жить. Вместе с коллегами, кстати, не актерами, а осветителями-звукорежиссером, объединились в группу «Булавка». В Петербурге мы как-то гастролировали. Были местно известны. Местно известные, а теперь мы просто решили на досуге продолжить и поучаствовать в фестивале «Мирный поет о мире». Наша коллега, ныне покойная, она умерла в это лето, Вера Елисеевна Заманкова, она была помощником режиссера долгое время в нашем театре, мы ее очень любили, ее творчество, и на ее стихи очень позитивные, светлые, яркие, написали музыку, аранжировали, и сегодня такая дань ее поэзии. Другие участники и гости 19-го фестиваля «Мирный поет о мире» из солнечной Испании – Карлос Фалгоса и Хорхе Гадас. Карлос – один из лучших фотографов Европы. Хорхе – композитор электронной музыки. Фотопроект Карлоса о Мирном вдохновил Хорхе на написание композиций, посвященных алмазной столице. И теперь они делятся своим творчеством с горожанами. Таких разных людей, ставших единой командой на фестивале «Мирный поет о мире», множество. В тандеме они создают что-то новое и необычное. Молодежь – это сейчас те, то есть когда я буду старая и буду жить на пенсию, эти люди будут управлять страной. И, соответственно, очень важно, чтобы у них уже сейчас были заложены очень правильные, крутые ценности и понимания. К сожалению, там, в связи разных ситуаций, то, что сейчас модно, не модно, оно не всегда несет. Вот мне кажется, этот фестиваль, он может именно как бы позиционировать, что все, что интересно из позиции, оно может быть крутым. И второй момент, конечно, в фестивале была фишка, и всегда говорили, что вот ДК всегда был полон, это люди между собой как-то знакомились, репетировали и так далее. И вот мы постараемся вот эти вот две истории, то есть когда это осмысленные фестивали, когда это вот такая некая творческая, творческая коллаборация, что мы постараемся в этом фестивале это воплотить. Фестиваль объединяет самых разных людей, но именно это способствует их развитию в будущем и переменам в жизни. Как говорят организаторы, не зря слоган «Мирный поет о мире» этого года «Меняет мир, тебя и будущее». Во вторник, 30 апреля, на гала-концерте мирницы увидят результаты 7-дневного творческого марафона участников Большого молодежного фестиваля. Мария Урцева, Алексей Меркулин, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».